Привет всем! Сегодня мы разберем split bottom mount, также 1.5 front mount. Мы начинаем с базового броска, палец ставим вовнутрь и ловим ее на нитку. Следующим шагом будет поставить указательный палец ее руки между двумя нитками. Затем мы толкаем ее руку вперед и проходим под ее. И сейчас ты видишь split bottom mount. Здесь еще раз, чтобы повторить, но немного быстрее. Split bottom mount является составляющей многих крутых трюков. Например, Mach 5. Здесь слева ты можешь его увидеть. Друзья, на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось мое видео. Ставь лайк и подписывайся на мой канал.